Если вы хотите, чтобы в вашем интерьере розы цвели без потери качества 15 лет, тогда шторы Анастасия специально для вас. А цена, Арина, я не верю своим глазам. 2999 рублей. И вы сегодня получаете готовое решение. Вы сегодня получаете фотошторы. Кать, сколько могут стоить фотошторы в магазине? Арина, конечно же, очень дорого фотошторы будут стоить в магазине. Их еще не так-то просто найти. Ну, я думаю, что не меньше, чем 5-6 тысяч рублей. Ведь у нас не единое полотно у штор. У нас два полотна. А это большая редкость. Плюс сегодня экономия 1800 рублей. Это совершенно уникальное предложение, которое лично мое сердце уже покорило. Кать, хочу каждый день возвращаться домой и видеть эту потрясающую красоту на своем окне. И видеть эту красоту, Арина, будешь на протяжении 15 лет. Потому что это у нас уникальный комплект фотоштор. Это ведь у нас габардин. Мне очень нравится его еще мягкая драпировка. Но для того, чтобы ваш ансамбль, ансамбль вашего дома был полноценный, я рекомендую дополнить еще тюлем мелодия. Он у нас в 8 цветах. Но мое любимое сочетание — это розовый тюль, но и также можно белый, либо кремовый. Но выбирайте свой, их у нас целых 8. Но, Арин, я, конечно, как эксперт, хочу уделить внимание нашему комплекту и интерьерам. Да. Потому что часто многие сталкиваются с такой проблемой, что ходят, ищут шторы, но не могут найти. Вот посмотрите, если вам знакома такая проблема, что вы не можете подобрать шторы под свой интерьер, такой комплект, как Анастасия, ее решит. Так. Потому что абсолютно универсальный. Ну, Арин, вот представь, вот у меня, кстати, дома абсолютно белый интерьер, только гостиная у меня с темной мебелью, с коричневой. Вся мебель остальная белая, у меня такой стиль Прованс, и я понимаю, что такой комплект идеально впишется в мой интерьер, будет освежать, будет таких добавлять романтичных акцентов. А вот если взять мою гостиную, где у меня темная коричневая мебель и бежевые стены, такой комплект сделает интерьер более светлым, визуально расширит пространство. И, кстати, вот у меня достаточно низкие потолки, визуально еще потолки будет поднимать, потому что у нас, помимо этого, еще вертикальный такой принт. Видишь, ламбрикет, он будто вертикально свисает. Вот так вот расширяет пространство, как никогда, конечно, нам весной хочется больше места, чтобы действительно пространство в нашей квартире стало больше, ну и цветы, ну кто не любит цветы? Глаз отдыхает, когда мы смотрим на цветы, согласитесь, каждый день приходить домой и видеть эту красоту — одно удовольствие, тем более, которое продлится 15 лет. Мы получаем 15 лет букет цветов, который не завянет на нашем окне. Абсолютно верно, не завянет на протяжении 15 лет. Ведь это уникальное качество особого плетения. Плетение, которое называется габардин. Так, ты знаешь, Арин, габардин создал еще итальянский дизайнер Томас Бёрбери. Известный дизайнер во всем мире. И он создал настолько плотное и прочное плетение, которое разорвать невозможно. Ну-ка. Прослужит вам комплект 15 лет. Тишина. Ого. Вы слышали? А вот теперь посмотрите. С полотном ничего не произошло. Так же, как и со швами. Как я вам говорю, это уникальное плетение, которое не расползется, которое не поведет. И швы не разойдутся после стирки, потому что швы у нас прошиты шелковой нитью. А именно шелковая нить считается самой прочной. Вот так, 100% качество, прочность на 15 лет. 2999 рублей. Мы все здесь на телеканале Shop & Show уже влюбились в эти шторы. Ну, давайте же прямо сейчас наполним свежестью ваш интерьер, визуально расширим пространство, добавим воздуха. И что самое главное, ведь это можно сделать как в гостиной, так в спальне, на кухне, в детской комнате. Это абсолютно универсальное решение не только для различных интерьеров, но и для любой комнаты. Преобразите свой дом. Арина, это какой-то замечательный подарок. Ведь не прогадаем, да, потому что шторы впишутся в любой интерьер. Слушай, подожди, хорошо. Вот, если посмотри. Так, да, действительно, идеально, слушай. Видишь, с бирюзовыми оттенками, да, с такими розовыми пудровыми стенами. Великолепно сочетается. Светлые. Со светлыми стенами. Прекрасная решение. Но и с темной мебелью это будет вообще уникально, потому что комната будет светлее, комната будет нежнее.
и наполнена романтикой и весенними красками. Подарите себе романтический акцент. Кать, ну слушай, если я буду этот комплект штор дарить, кстати, у меня уже возникла такая идея, не будет ли проблем с тем, чтобы их повесить у моих людей? Да нет, Арин, конечно, не будет. У нас здесь все продумано до мелочей. Наш комплект на шторной ленте. А шторная лента — это универсальное решение для крючков, для крокодильчиков, для колец. В данный момент на экране мы видим крепление, мы видим шторную ленту, но знаешь, шторная лента, она еще создает драпировку. Она делает ее более мягкую, либо более густую, и мы можем подогнать размер портьеры под размер вашего окна. Арина, посмотри, какая великолепная драпировка. Мне очень нравится. Но мне, знаешь, что еще нравится? Так. Что наши шторы не боятся еще прямых солнечных лучей. Посмотри секрет. Помимо того, что у нас импортный краситель, который глубоко проникает в структуру волокна, но также еще, посмотри, у нас белесая структура внутри, да, изнанка такого белесого цвета. А я думаю, что всем прекрасно известно, что белый цвет отражает ультрафиолет. Поэтому наш комплект штор Анастасия еще и не будет выгорать. Вы, конечно, можете сходить сейчас в магазин и сравнить цены, зачем сравнить тратить качество. Время? Да, но зачем тратить время? 2999 рублей. Идеальное решение для этой весны. Поменяйте шторы, и вы увидите, как изменится ваш интерьер. Вы увидите, как изменится ваше настроение, а значит, изменится жизнь. К лучшему изменится. Скидка 1800 рублей. 15 лет без потери качества. Эти красивые, невероятные цветы будут украшать именно вашу спальню или именно вашу гостиную. Ну а если и там, и там они вам надоедят, повесите их в кухню.